18, и вот нашим батырам привезли передатчики. Вот. И хочу сказать, что вот есть свидетель, который постоянно видит меня. Дана, да? Угу. Она тоже сюда ходит, у нее муж здесь. И вот мы с ней познакомились здесь. И она привозит, ой, она свидетель того, что я привожу передатчики. И да. Хочу, чтобы вы видели, да? Вот скажите, Дана, что-нибудь. Угу. Да, я и Бибигуль, я уже сама хожу где-то второй месяц. И Бибигуль тоже ходит. В неделю где-то 2-3 раза ходит. И каждый раз передачу носим. Я ее знаю, здороваемся каждый день. Ну, не каждый день, но неделю встречаемся. 2-3 раза. Это для тех, кто говорит, что мы не привозим передатчики, да, вот. Это для наших батыров, 4 батыра, которые сидят за этой решеткой. Да, вот. Рахамжанов Ноян, вот наименование передатчик. Это у нас Кылышев Кайрат, вот наименование передач. Чтобы вы знали, понимали, да, что это для тех, кто говорит, что не помогают. Вот также Абай Бегимбетов. Вот, пожалуйста, большой пакет вот он. И Джексибаев Асхат. Вот он. Тут есть все. Жилканон, это лагманное тесто, картошка, горячая еда, да. И все, что необходимо для жизни. Вот.